А ты что тут делаешь? Да на физру забыла форму, учитель послал за дневником. А кто у вас физру ведет? Степашка Сергеевич, злый день такой. А, мы все равно все мечи попротыкала. А, знаю такого. Смотри, давай поступим так, ты просто дневник брать не будешь, а подойдешь к этому злый дню Степашке Сергеевичу и скажешь, что я завтра за тебя принесу ему парочку новых мечей. Спасибо, Дим. Годка, у тебя капюшон сзади. Что там? А что ты орешь? Я просто тебя информирую. Спасибо. Бусинка, давай беги на физру. А коленки сзади грязные, ладно. Не слышу нашу фразу. Если кто-то будет обижать, сразу буду Димку звать. Ладно, все, спокойно, беги. Дим. Малышка, нельзя такое делать. Вот вырастешь, парень появится, и я думаю, ему понравится. Блин, ну ладно. Хватит. Такая она, конечно. Так, надо класс предупредить, что дискотека будет. Народ, тут Дима написал, что дискотека будет в честь Нового года в пятницу! Ну, это школьная дискотека, детский сад. Ну вот поэтому вы самый первый с нашего класса и забеременеете. Выйдем замуж. Так, и чего орете? 90-е. Мамина доллар. Маме, ну-ка давай решай быстро. Все здания на доске, чтобы тихо себя вели. Да, хорошо. Так, тетрадки проверил. Класс предупредил о дискотеке. Смело можно отдыхать. ЖК, ты долго еще? Не, мне еще там надо развесить. Блин, что-то я такая голодная. Пойду туда в столовку сбегаю. Ты что будешь? Одну сосиску в тесте купи. Хороший выбор. Ладно, жди. Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Здравствуй. Что моя прелесть будет? Любовь Сергеевна, можно мне побольше пирожков? Голодный, страшно. Чуть-чуть поморозже. Чуть-чуть сделаю. Ваши пирожки самые вкусные. Ай, Димка, признавайся, сколько уже сердец разбил? Да пока ни одного. Вот пойду пирожками удивлять. Пирожками много не корми, потом на руки не подымешь. Так у меня сильные руки. А вы стеку тесте положили? Все, положила. Ай, деньги не надо, потом подежуришь у меня. Вот такие пирожки вкусные, надо платить. Саша, не забудь, после этого урока идем в кино. Я помню. Не помешал? Помешал. Я старался. А ты что тут делаешь? По тебе соскучился. Вот с гостинцами пришел. А я не голодна. Такие они, конечно, вкусные. Хватит. Ну, я же знаю, что ты голодная. Жене дай.